Так. И снова здорово, чат. Это Чистер. Здорово. Как делишки? Интересная ситуация у нас с балансом получилась. ГГГ вроде бы ничего сильно не перебалансили. Ну, то есть, бафов-то нет особо. В основном нерфы. Но я вот так подумал, прикинул, и вариативность билдов все еще присутствует, причем даже больше, потому что минус аура стакер, минус армор стакер, минус суммонер, а когда ты убираешь такую пачку жестких билдов, вместо них сразу наваливается куча рандома. И плюс есть много всяких интересных опций. Так что, походу, на старте лишки можно будет много чего придумать. Это прикольно, но сначала, когда я почитал патч-ноты, я подумал, что мете жопа. Сейчас в начале мы покатаем в поеху с девушкой. Некоторые ее знают, те, кто у нас тут уже олды, с Котей. Точнее, как это будет происходить? Она будет катать в пое. Мы сделаем ставки, сколько раз она умрет, пока дойдет до вала во втором акте. Ну и я буду рассказывать там всякие полезные штуки вам, ей и все такое. Да, посмотрим, что из этого выйдет. Я стесняюсь. Чатик Котя, котик Чатя. Котик Чатя, знакомьтесь. Чатик Котя. Котя Чатик. Чатик, привет. Это будет спидран наоборот. Это вот как мы смотрели. Привет, ментал. Да, привет, ментал. Ребзи, которые меня смотрят, привет. Так, ты вообще кем предпочитаешь? Милишником, рейнджем, кастером? По-моему, я даже ни разу не спрашивал. Я играла саммонером. ЕД, Трикстером и вот этим варваром. Ничего себе, у тебя вариативность билдов больше, чем у среднестатистического поешера уже. Мне не нравится стрелять из лука, но от выбора билда зависит количество смертей, потому что на вот этом чувачке я практически не умирала в актах, а на ЕД Трикстере я умерла 100 раз за акты. Гоу тогда сделаем, просто голосовалку чат выберет. Чекать билды я не буду, но... О! Ребятки, 911 times. Что? 900... Ах, ты специально эту цифру сделала перед стримом? Нет! Понятно, чат, ставьте 5+. 5+, короче. Выигрышная опция, вот она. Подождите. Теперь на варваре. Сейчас покажу. Ну, на Барби должно быть поменьше, по-любому. 248, ну да, поменьше. Выиграл дед! Так, начинай деда, короче. Это, кстати, нет, не очень метовая тема, но, в принципе, норм. Я не умею на деде играть, только убивать. Ну, это как Вичка, только с членом. Так что нормально. Потому что он в основном только кастер. А, как назвать его? Котя-дед. О, нормально. Ну все, погнали, чат. Мне страшно уже. Хорошо, я буду зомбяков бить на пляже. Не-не-не-не, это все скипается. Играй правильно. Нафиг этих зомбиков, сразу к хилоку. Ой, я же не открыла твой гайд по актам, а я по нему прохожу акт. Ну, я сейчас здесь, так что можно его заменить. Пока здесь прохождение хилока происходит, зачекайте вот эта команда акты. Здесь есть такая памятка. Очень полезно будет на старте лиги для прохождения актов. Тут расписано тупо каждое действие по очереди для ру-версии, для английской версии поя. Какой квест делать, куда бежать, где пассивки собирать, что скипать. Броня. Все квесты, которых здесь нет, их можно скипать. Но ты, в принципе, да, ты его можешь завалить, тупо вообще не отходя. Спокойно. О! Я все беру. Я лутер. Ну, это норм идея, на самом деле, на старте. То есть, сразу совет такой базовый, когда вы там первый раз или первые разы играете в пое... Не пытайтесь поднимать меньше, потому что вам сказали, что так надо делать. Вы через какое-то время сами задолбаетесь пылесосить мусор и начнете поднимать меньше. А сейчас подойди вот к этому NPC-шнику, Тарк. Да, вот к этому. И так, что у него здесь? Ну, возьми Frostbolt. У него тут особо ничего хорошего нет. Открой у него... Не, подожди, открой Виндора этого. Открой Виндора, и там слева снизу есть строка поиска. Вбей Move. И вот иногда может повезти, и могут здесь продать ботинки со скоростью бега, но тебе не повезло. Ладно, можно забить. Кстати, подожди, сначала чекни Нессу, торговца, вот который сейчас. У нее могут быть три линки сходу. Нету. Да, еще сразу на левую кнопку мыши надо бег вместо атаки поставить. Да, у тебя. Это чтобы, когда будешь бежать, чтобы он вместо того, чтобы бежать, не остановился и не начал бить мобов.
Нет, я сотые не брала никогда. Тут, кстати, как можно понять, где яйца лежат? Они вдоль речки. Видишь, речка бежит вверх. Вот вдоль нее идешь. Это та самая, которая убила неубиваемого деда в Делве. Да, ну, это я. Вот это вот, да. А какой у тебя сейчас пояс стоит, кстати? А, нормально, да. Вот, между прочим, вот этот пояс, да, или любая шмотка на энергощит в начале можно недооценить, но она очень сильно бустит, потому что снижает шанс получить стан. И ЕХП увеличивает. Котя пушит дедом. Ну да, может, по дороге. Если магические мобы встречаются, синие, их есть смысл убивать. Они больше всего экспы дают. Не, боссов можно скипать. Они трата времени. Тебе вверх. Может эссенция быть днем. Включаю. Да, врубай. Да? Ну да. Ну, эссенции есть смысл пылесосить вначале вполне. Так на них можно умереть. Ну, можно, да, но можно и закрафтить что-нибудь. Сейчас, короче, если тебе у тебя ботинки белые есть какие-нибудь, во, упали сразу, кидай на них эссенцию. Может, бег прокнет. Мусор. Бить кудуку или пуська? Вообще, его не надо убивать, на самом деле. В смысле, его не надо убивать? Не, все эти проходные боссы — это трата времени, они, по сути, не нужны. Они ничего не дают. Это проходной босс, а я его всегда убивала. На него даже квеста нет никакого. На него только Курсидон ходит постоянно убивать. Блин, мне такой... Живи! Живем, чат, пока что ноль. Правда, скоро Брутус. Скажите же, он лучше. Так, беги вперед. Забей на них, забей, тебя сейчас убьют. Беги вперед. Да-да-да, там скоро выход. Ты, слушай, вообще... на ноль смертей поставил, или что ты так переживаешь? Так, в смысле, я обучаю, моя цель — обучить играть правильно? Короче, смотри, на Брутусе вокруг него бегаешь и держишь дистанцию. Когда он начинает бить под себя, он очень больно пробивает. Самое главное — на крюк не сесть. Никогда так не волновалась перед Брутусом. Я тоже, кстати. Заходишь там, ставишь портал, чтобы потом в панике не искать его в сумке. И прокачай пассивку одну сначала. В атаку! У меня банка не полная. В атаку. Крутись вокруг него просто, и все, и норм будет. Да-да-да, вот так. Вот этот крюк надо доджить, видишь, когда он так замахивается. И вот эту волну. И все. Вообще, на самом деле, секрет убивания практически всех боссов в пое — кругом бегать вокруг них. Постоянно крутиться. Вероятность рипа снижается в 10 раз просто. Додж! Я! Бежи! Нормально, Ма, не подходи к нему. Зайди в портал зайди. Отрегенься. О! Блин. 5% оставалось. Вот это так бывает, когда на крюк садишься. Изейши. О. Даже будут флеймбласт тотемы. Не, ну из него может получиться тотемщик в итоге, да. А можно не тотемщика? А чё? Не любишь тотемы? Ну, люблю, но... Люблю, но... Но не в этот раз, может? Да, вот так вот всегда. Люблю тотемы, но не в этот раз. Эта собака, кстати, очень опасная. Она сейчас взорвется, не стой возле нее. Вон, топаз подними, топаз. А мы вчера делали вот такой файлик. Список билдов, которые убиты. Тут, например, Некромант Спектры, Элементарист Ганимансер, Аура Стакеры, Граунд Слэм, Армор Стакер, да? А, и тут есть билды, которые, возможно, заиграют. Возможно, еще пока непонятно. И есть билды, которые все так же рабочие после патча. Можете что-то из этого выбрать, например. Паночка. Так, чат, мы к Мервелке приближаемся, Омагад. Кстати, ты быстро проходишь на самом деле? Практически спидран. Ой, не, ну ладно, но это будет жестко. Они сейчас фризить тебя начнут. Паночку на ману тыкай. В целом, нормально. Ну как бы, чат, под руководством кого надо, вот так вот происходит прохождение. Забейте, рипов не будет. Сколько стоит личное руководство? С тобой акты пройти все. Минимум 300 бакс. Во. Теперь чекни боты. О, там бег был, я видел. Я за миллисекунду увидел, что там был бег. Блин, я вообще в шоке, как ты за секунду все статы читаешь. Кстати, колдрес на Мервелку поможет. Идеальные ботинки. Кольцо, которое у тебя, вместе с камнем продай.
плюс... Нет! Так, ладно, купи другой Iron Ring. Плюс кольцо, плюс камень. Вместе. Синий, какой синий. Камень? Вон снизу лежит, да. Да, да, любой можно, Рот любой. Ринок? Любой. Во. Пам, оп, плюс колдрез. И кольцо на Light Resist поставь тоже. Во, все, другое дело. Все, на Мервелку. Мне страшно. Все, вот она отошла, теперь ты можешь вокруг нее просто бегать точно так же. И ковырять ее. Изи, изи, чат. Это будет супер изи. Ну это даже не челлендж, чат, вообще. Хотя вот на Вале я не знаю. Посмотрим, как там будет. Ну, да. Я вот могу сказать, что я никогда не стакала этот Cold Res перед ней. А так намного легче и быстрее. Угу. Ну, у нее 100% урон холодом весь, кроме этих статуй, так что да. Вообще, вот эти квесты, их можно не брать, они автоматом берутся. То есть, можно вообще ни с кем из них не разговаривать. Ничего себе он больной, краб. Вали его на бок, ломай ему панцирь. О, Эйнар пришел, сейчас поможет. Спасите. У меня шапочка выпала, смотри, какая красивая. А у тебя дексы нет. Ох, ничего ужас. Себе. Будь... Я была бы как пират в ней. Это упущение, согласен. Посмотри ботинки, может быть, получше какие-то уже прокнули. Что дальше делать? А дальше прыгать в портал на перекресток и дальше бежать. Право сверху и налево нам. Ты бы хотела, чтобы через 40 лет я таким же дедом был? Ты вроде таким и будешь. В смысле? А что не так? Ну все, ладно. Чат, дед от лет получается. Кстати, как тебе наряд Йены? Что ты скажешь про него? Ой, я никогда не обращала. У нее, получается, руки волка, лапы волка обхватывают ее контенты. Креативненько. Ну, ему чаще нужно приближать. Вот если будешь делать косплей, отличная идея получается. Еще один гифтец. Это для тебя лично, типа, сделать такой? Ну, чат это услышал, они теперь уже не забудут. Я же тут не умру. Возможно. Ты банку на ману не забывай прожимать. О. А когда в Делв? Ну, это в четвертом акте там уже. Ты бы прыгнула к очень привлекательному деду Экзайлу в его хайдаут на первом свидании, если бы он тебя позвал. Звучит страшно. Даже я бы не согласился. Почему она бегает без тела? Потому что в первых актах тело почти ничего не дает, но замедляет при этом. Лучше без тела. Потом только приходит. Раз, два. О, ничего себе, с двух умер. Не, у тебя, скорее всего, ничего из этого... А, Flame Dash есть, кстати, нормас. Чтобы донатили на сеты. Все. Ну, как бы... Тебе надо пассивки в первом акте забрать. Подписка подарена пользователю Иасо... Чё? Иасо Субибу. Чё? Иасо Субибу. А, спасибо. Блин, а я с первого раза прочитал. Талант не пропьешь. Да? Я к тебе приду на... Короче, на то, что мы собирались поделать в конце стрима. Блин, а я забыл про это, чат. Нашла. Ты нашла? Короче, будет бонусный контент, какой-то тест. Я не знаю, что за тест, там на совместимость или что-то такое, какой-то тест. Так ты казах или нет? Пусть Котя ответит. Я казах или нет? Да. Вот все. О, чат, вау. Наконец-то рип там пишут. Ноль рипов будет. Просто вокруг него бегаешь. Я что-то не уверена. И дамажишь. Ой. Ой, нет, не надо. Панч. О, это было близко. Ты чуть не влетела в него, это ваншот. И... Все. Изи. Реально изи. Видишь, какая итемизация влияет? Ну, поздравляю, чат, кто верил, тот верил. Гоу теперь с этим тестом разберемся, что там за тест вообще. Ну, сейчас я к тебе приду. Там два теста. Первый на совместимость, а второй насколько мы совместимые сексуальные партнеры. Нет, давай... Да. Давай только первый. Там... Нет, давай оба. В смысле, там мы на Твиче, а там будут не очень Нет, вопросы. Нет, там нормальные вопросы. Тестометрика.
Да, я не знаю. Oh my fucking god, it bricked. Мы на один договаривались. Собака чисто, подчеркивание, если будет две полоски, а всего отказывайся. Ну этот будет такой обычный, лучше алименты. А второй... А, это этот, я его видел. 48 вопросов. Да, давай, по-быстрому. А, ладно, go. А есть какой-нибудь стул или что? Нет, я буду стоять. В смысле? Не могу на коленочке. Ну, садись. Здесь, получается, нужно... А, я думал, мы отдельно отвечаем, типа... Нельзя так потакать детским капризом. Нельзя. Я согласен. Размеры не имеют значения. Нет. Стоп, нет не имеют или нет имеют? Имеют. А, так, мы согласны. Главным в семье должен быть мужчина. Так, подожди, прежде чем ты ответишь, вспомни, что ты на Твиче. Ну, у нас в семье главный мужчина. Черт. А, помогите, чат, сложно. Как отвечать? Отвечать на бан или не на бан? Отвечать так, как у нас. Oh my fuck. Ладно. Скипаем. Так, мы предпочитаем совместный отдых. Ну, в принципе, да. Там котю тогда не мешает сидеть на коленках. В смысле, в принципе, да. Ты за раздельный отдых, что ли? В смысле, я сижу дома 98% времени, я даже никуда не... А почему ты тогда сомневался? Кто сомневался? Ты. С какого фига я сомневался? Ну ладно. Ради семьи я готов много работать. Ну да. Нет. Понятно. Не, ну если есть необходимость, то придется. Короче, я да, ты нет, все понятно. Кто из нас задротит? Жена может не работать, но должна быть хорошей хозяйкой. Но если жена хочет быть хозяйкой, типа два варианта, либо она становится хозяйкой и не работает, либо она не хозяйка, но тогда она работает. Нет, а я за то, чтобы быть не хозяйкой, но и не работать тоже. А так можно было, что ли? Oh my fucking god. Не знаю, пока не могу проверить. Получается, ты не согласна, а я согласен, вот. Я предпочитаю проводить вечер дома со своей семьей. А если ты не выходишь из дома, это считается? Ну, видимо, да, получается. Так, любовь — это прежде всего работа над собственными отношениями. Я не знаю. Наверное. Наверное, да. Звучит логично, видимо. Гриндишь отношения, и они лучше становятся. Я против физического наказания для детей. Я за. Это была шутка, мы оба против. У меня нет тайн от моего партнера. Есть. У меня тоже есть. А если у человека что-то не получается, виноват он, а не кто-то другой. 100%. Mm-hmm. Хотя, ну, в основном, да. А я стараюсь не показывать свои отношения на пуб... Ой, все. Чат, мы очень старались не показывать. Ну, вообще мы долго не показывали. Да не, в смысле, это и сейчас актуально. Я же супер скрытный и все такое. Так, если я обижу партнера, то обязательно извинюсь. Ну да, а ты нет. Ну, иногда бывает. Ну, в смысле, ты не обязательно извинишься. Ну, ладно. А я с удовольствием проведу с ребенком свободное время. Нет. Зачем? Зачем, если можно не проводить? Блин. Со стороны, наверное, это пипец жутко все звучит, но, чат, это так. У нас есть свои традиции и фишки, понятные только нам. Ну, это да. Угу. А в трудные минуты нужно поддерживать и помогать в решении проблем своей... Ну, да. Угу. Так, и что здесь получилось? Ваши результаты, поздравляем, у вас есть высокая совместимость и предрасположенность к долговременному счастливому браку. И вы, и ваш партнер прекрасно знаете друг друга. Взгляды на жизнь, на общее будущее у вас очень схожи. Ваши отношения – пример внимательного и чуткого отношения друг к другу. Такое взаимопонимание свидетельствует о том, что вы много времени проводите вместе и живо интересуетесь всем происходящим в жизни вашей половины. О, совместимость по темпераментам. Давай сначала сексуальную совместимость. Не, мы не будем это на Твиче. Блин, ты понимаешь, словить... Даже на сутки бан перед стартом лиги. Да ну, ты нафиг. Не словишь, нет. Там ничего такого нет. Я не буду рисковать. Не, я не буду рисковать. Давай что-нибудь нейтральное. Ну более. Хорошо, по темпераменту. Давай ты за меня отвечаешь. Твое сильное качество – эмоциональность. В скобочках нет. Ты за меня отвечаешь? О, точно, отвечай как будто про меня только ты, а не я. Про тебя? Да. Рациональность. Окей.
Можно ли назвать вас прямолинейным человеком? Да, можно. Четвертое. Нет. Да, у тебя так. Офигеть. Отвечай. Так, а что вы думаете по поводу своей самооценки? Я не хочу чатику говорить, поэтому пусть будет норм. В смысле, а что там? Мне интересно стало. Скажи тихо, что... И напечатай на втором мониторе, что там перед чатиком, они все знают. Да ладно, говори. Ну, у тебя низкая самооценка, из-за этого ты иногда себя ведешь как ЧСВ. Нифига себе, это так работает? Да. От низкой самооценки появляется ЧСВ, я думал, наоборот, от высокой. Появляется. Так, способны ли вы быстро принимать решения? Нет. Нет. Ты, я не знаю, один из тех людей, которые миллион лет принимают решения. Я продумываю всё. Я никого не знаю, кто так долго принимает решения. У меня все, зато у меня все решения тётенькие. Ну да. Какой йогурт сегодня выбрать? Я не знаю, через час. Блин, я все еще не знаю так много выборов. Не-не-не, это другое. А когда я что-то долго выбираю, ну типа выбор не какой-то серьезный выбор, а там выбрать йогурт или что-то такое, меня просто... сбивает с толку большой выбор, вот, например, там, кавки или одежды или еще что-то. Когда я вижу там 20 вариантов, я такой, ой, фак. И нормальные люди, они как делают? Они берут, смотрят то, что им понравилось, такие, о, вот это сойдет, и забирают. А я сначала сканирую все варианты, анализирую их, и такой, вот это надо взять, потому что это лучший выбор. Вот это, конечно, бред, блин, это мешает. Ну да. Получается, и важные, и такие пустячные решения долго принимаешь. Нет, я стараюсь взвесить все за и против, да. А можно ли сказать, что вы предъявляете... Да. Ой, да, все. Да. Спасибо за дополнительный триггер ЧСВ. Так, да. Вот это, кстати, да. Пока Честор выбирает йогурт, он успевает испортиться. Сука. Она права, вечно у тебя что-то недоделано выходит, вследствие чего развилась низкая самооценка, но это норма при кризисе среднего возраста. Ядрить это диванный анализ, просто. Так, что здесь получилось? Вы набрали 7 из 12 баллов по шкале холерик, 10 из 12 флегматик, 7 из 12 меланхолик. В смысле, как я могу всеми тремя одновременно быть? Ну, по чуть-чуть. У вас преобладает флегматический тип темперамента, он отличается спокойствием, хладнокровностью, рассудительностью, осторожностью, терпеливостью, усидчивостью, уравновешенностью и выдержкой. Как в обычной жизни, так и в стрессовой ситуации. А я думал, флегматик это хуже. Но здесь так расписано. Пора прощаться, временно с Котей. Но она в чате-то часто бывает, но со стрима. Будешь говорить чатик, пока? Говорите пока, чатик. Так, Void сфера 241-361, гидросфера 356-533. В смысле, а почему у нее урон больше? Причем намного больше. Это при том, что Void сфера с откатом. Это как-то не балансово вообще. То есть гидросфера почти в два раза сильнее бьет, при этом она без отката. Ее можно перемещать. Void сфера с откатом ставится в одно место. В следующий раз, когда ты ее кастуешь, ты ее не сможешь переместить. Ну, это, короче, баланс на ГГГ уровне. Они просто ввели обилку, которая сильно лучше. 20 левел, 20 качества. Так, здесь тоже 20 левел. Это урон 20 левела. Вот. Я бы все равно не стал делать билд, который полностью на этом основывается. То есть, если вы хотите ее попробовать, соберите билд, который в случае чего сможет без нее. То есть, например, если вы там какой-нибудь Divine Air или Arc или еще что-то, или там Freeze Pulse, поставите ее, попробуйте, если не зайдет, продолжите без нее. Не делайте билд, основанный тупо на ней, это было бы рисково. Ну тут нечего читать. Что бы я мог посоветовать новичкам из простого и юзабельного? Ну, во-первых, Slayer Циклон, Vortex Оккультист, давайте так, Bleed, Deadeye, либо Сионка. Ну, блин, вот Сионка, да, наверное, не стоит для новичка определенно. Deadeye, либо Glad. Ну, пока под вопросом. Архмейдж. Но это не отменяет того факта, что Некромант, Архимаг все еще норм тема тоже. Так, ладно, погнали. Сейчас будет мега-обзор. Ближайший старт мероприятия патчев взял отголоски Атласа. Это новая лига.
него voice changer слетел. Которую вот многие уже ожидают. Блин, чат, это voice changer был все это время, охренеть. Я знал. А я пойду готовиться к лишке. Закупаюсь хавкой, готовлю всякие материалы. Подготовлю, чем больше, тем лучше, сколько успею. Посплю, и завтра мы врываемся. Завтра вы узнаете, на чем я стартую. А старт лиги у нас на 10 часов, кстати, не как обычно в 11, он на час раньше. Поэтому я подрубаю в идеале где-то за час, за полтора. Ну, короче, где-то около 9 МСК меня ждите. Завтра старт 3.13, охренеть. Чат, вы готовы вообще к этому? Спасибо за просмотр. Я не могу передать словами свой хайп от возможности ворваться в это ПОК-дополнение. На самом деле оно смотрится намного круче, чем последнее. Поэтому жду вас завтра, чат. В 9 вечера по МСК начинается эпик. На сегодня я пошел. Покедово. До скорого. Залетайте обязательно. До завтра.